Привет, друзья, и с вами Марка, и сегодня у нас будет обзор на мини-фильм «Возраст всего лишь цифра». Да, возьмите с собой баночку для слез и дядю полицейского, пожалуйста. Приятного просмотра. Ну, хотя бы автор добавил дисклеймер. Как я понимаю, это Мария Анатольевна. Я думаю, это намек на то, что она учитель рисования. Сейчас, если честно, не поняла, кто это говорит, потому что написано, наверное, мама Маши, но тут написано, типа, то, что она не может признаться. Короче, я ничего не поняла. Типа, эта девочка Маша любит вот эту вот тетеньку Марию, а не тетенька Мария любит Машу. Вообще непонятно. Сколько? Вот сейчас у меня вопрос. Это ей 20, а вот этой девочке Маше 16, это уже как бы походит на грумерство. Ну, ей как бы нет 18. Если ей было бы больше 18 или исполнилось, то не было бы вопросов. А так, что за хрень? Разделенная любовь с какой-то взрослой тетенькой 16 лет. Поздравляю. А, подождите минуточку, в чем тут виноват учитель? Она что, ее плохо учит? Или они об этом всем знают или узнали? Или у них это в семье считается нормальным? Я не знаю. Тетенька, вы с луны сорвались вообще? Автор этого персонажа. Мне очень набралось у меня много вопросов к тебе. Не привет, не здрасте, это мне? Серьезно, автор, это что такое? Я серьезно, я пойду, пожалуй, с дядей полицейскому. Конечно. Боже, нет. Какие отношения, тетя? Вот и вам еще 20 лет, вы тоже еще молодая, глупая, вы что, совсем что ли? В фильме, что все такие, что скажут ее родители, они намного старше. Боже мой. Тетя, вы это будете в тюрьме говорить. Ты сейчас сядешь на 15 лет и будет все ок, да? Да-да, конечно, тебя уволят с работы, и у тебя будут проблемы, но я все равно буду твоей. Да, пупсик, я согласна.
Так, ну что ж, ребят, мы это посмотрели, ура! Так, что я могу сказать про этот мини-сериал? Фильм мне вообще не понравился. Меня поразили комментаторы из этого видео. Им кажется то, что это нормально и так далее, им вообще норм там. Пишут хорошие комментарии по типу, бы нам такую учительницу в школе, чтоб любиться. Ладно, всем добра, с вами была Марка, покатики.